А теперь новости от местных блогеров в рубрике «Онлайн». Анна Попова расскажет, чем живет виртуальный мир Нового Уренгоя. Беременный девичник, трезвая пробежка и волшебный профиль новоуренгойской художницы. Я, Анна Попова, готова вместе с вами погрузиться в мир онлайн-новостей. Пожалуйста, не жалейте лайков. Когда ты живешь в маленьком городе, кажется, что вокруг ничего не происходит. Но все совсем не так. Рядом с нами, буквально по соседству, есть люди, которые в прямом смысле слова меняют мир вокруг себя. Сегодня я хочу познакомить вас с художницей Гузель Сибагатуллиной. Девушка представила Новый Уренгой в международном конкурсе акварели и вошла в список из 50 финалистов. Работы Гузель так понравились мировым экспертам, что теперь их увидят в Москве, Санкт-Петербурге, Австрии, Израиле, Италии и Китае. В профиле много красивых картин. Подпишитесь и любуйтесь. Ждете малыша и не знаете, что делать дальше? С этих слов начинается пост девушки по имени Лора. 22 декабря она проводит встречу для будущих мамочек. Вам интересно, кто такая послеродовая доула? Приходите на встречу, и вам все расскажут. Оказывается, на Ямале есть совет отцов. Вы об этом не знали? Скорее заходите на страничку Павла Бухарова и читайте подробности. А лучше запишитесь на трезвую пробежку. 1 января всех сознательных, активных и, самое главное, трезвых родителей ждут на спортивной площадке «Виадук». Начало в 12 часов. Организаторы уверяют, что мероприятие состоится при любой погоде. Так что провожаем старый год и начинаем новый в здравом уме и твердой памяти. Такими событиями жил виртуальный Новый Уренгой на этой неделе. Увидимся онлайн!